В одном из отелей Болгарии мы увидели очень странную картину, не поняли, что это означает. И когда мы все-таки расспросили, нам объяснили, что здесь, в горах Болгарии, находится одно чудо природы, которое называется «Глаза Бога». Мы решили любой ценой увидеть такое прекрасное место. Мы приехали в место, которое называется Пещерный дом. Приглашаем вас прогуляться с нами по этим чудесным пещерам и своими глазами увидеть чудо природы, глаза Бога. Чудо природы называется «Глаза Бога». Со сводов пещер постоянно падают капли воды. И создается такое впечатление, что эти капли падают с глаз. И что это Бог плачет, смотря на то, что люди делают с природой и с человечеством, которое Он создавал с любовью. Thank you.
этом чудесном месте себя можно по-настоящему почувствовать лишь маленькой частичкой Вселенной.